Так, рабочий кабинет Sandler. Нажимаете рассылки. Новая рассылка. Оставляем разовое. Продолжить. Здесь пишем название. Любое. Так, здесь крепим текст, чтобы вставить переменную имени. Вот переменные. Здесь куча разных переменных. Имя. Запятая, пробел, вот, дальше текст. Здесь выбираем группу подписчиков. Нажимаем, на пустое поле выходят все наши группы. Вот. Ну, например, нам нужно по нашей бесплатной подготовительной группе по санскриту. Ее выбираем. Вот видим количество получателей. Здесь можем вставить в исключение какие-то другие группы. Оставляем пустым. Дальше выбираем дату рассылки, например, завтра, там, на 12 часов. Вот. Здесь я обычно галочку ставлю, считать переходы по ссылкам, вот, чтобы Sandler считал. Хотя он сейчас тоже там не особо адекватно вроде бы показывает, ну, на всякий случай. Вот здесь создавать, не создавать сниппет, то есть это такая мини-картинка, которая подшивается к ссылке, которая... которая может быть у вас в тексте здесь. Вот все. Чтобы проверить, протестировать рассылку, нажимаете «Отправить мне», и она приходит в виде теста, сообщения личные. Вот так сохраняем все. Чтобы активировать, нажимаю «Активировать», все либо позднее, тогда она остается в рассылках, в отложенных. Вот, все, отложенная рассылка в ожидании. Когда она произойдет, бот в завершенных. Здесь бот находится. Здесь бот написано, сколько прочитали, сколько перешли. Вот, сколько получателей, сколько доставлено. Вот. Сейчас здесь в ожидающих. Вот. Чтобы отредактировать, что-то сделать, вот, добавить, нажимаем на нее, изменить. Все, снова меняем текст. Что-то пишем. Вот, проверяем, меняем время рассылки. Прикрепить баннеры, нажимаем прикрепить и подкрепляем с компа любую картинку. Все. Вот, если все готово, все уверены уже, что можно рассылать, нажимаете активировать и все. И в заданное время она разошлется. Вот в это время.